Кампус в изначальном его понимании, город студенческой вольницы. Вы не даете себя нагнуть, и если мы, например, оппозиция, позволим себе говорить за вас или думать за вас, вы точно так же нас пошлете, как посылаете сегодня их. Поэтому, во-первых, спасибо вам, потому что нам, москвичам, все время говорят, вы в одиночестве, а вся остальная страна думает не так. Боюсь, что вся остальная страна еще и радикальнее нас. Она все понимает лучше нас. Потому что вы это видите, это происходит с вами. Это деградация, это дебилизация, это серая слизь, которая пытается все захватить. Это происходит с вами и на ваших глазах. Во-вторых, я очень счастлив, что по-прежнему дух кампусной свободы, дух новосибирской независимости, дух вольного и веселого интеллекта остался в Новосибирске неизменен. И именно на вас мы возлагаем наши главные надежды. Поймите, это не лесть, поскольку хвалить своих положено, а одна из вас живет со мной рядом уже 16 лет.